Циничное ограбление на Малой Балканской улице. Петербурженка 85 лет возвращалась из магазина. Пенсионерка с сумкой-тележкой подошла к парадной. Она замешкалась в поисках ключей. В это время позади уже стоял щуплый молодой человек. Он несколько раз оглянулся по сторонам, а затем вырвал из рук пожилой женщины сумку. В ней 2000 рублей и дешевый телефон. Как стало известно редакции программы «Степень защиты», оперативники уголовного розыска догадываются, кто именно совершил преступление.